В прошлом видео я показывала наш первый день на круизном лайнере, а сегодня день второй. Утро в буфете, сесть негде, все столы абсолютно заняты. И вот мы ходим и ищем себе свободный кусочек пространства, чтобы позавтракать. Всем доброе утро! Мы нашли еле-еле кусочек свободного пространства. Мы поняли, что в 9 утра на завтрак выходить нельзя. Завтра, с завтрашнего дня начиная, мы будем выходить в 7:30. Доброе утро! Что ты кушаешь? Полезное что-то? Орешки полезные, кстати, и фрукты. Алиса у нас на завтрак ест кашку, и мы туда положили орешки грецкие. Это тоже полезно. И чуть-чуть зелени, да, поешь? Яичницу? А это мой завтрак. Яичница, бекон, зелень, салатики, маслины. Вообще завтраки очень разнообразные. Выбор огромный. Отвернулась, сидит, смотрит в море. Доедать будем яичницу, Алис? Все? Можно еще завтракать вот здесь. Здесь более свободная зона, но здесь зал фастфуда. И нужно с теми тарелками переходить сюда. Это далеко. Без жилета, ну идем. После завтрака мы вышли в аквазону. Это зона бассейнов и джакузи. Здесь очень много людей сегодня, потому что отличная погода, солнце. Этот лягушатник мне нравится. Здесь нет воды, просто струечки такие с фонтанчиками, и утонуть нереально. И Алисе можно бегать без жилета, да? Давай. Ты будешь ждать? Здесь собирается вся малышня и ждут, пока эта бочка с водой наполнится и на них перевернется. Вот радости. Зимой, скажи! Какой кошмар! Покажи! Вода холодная. Ну сейчас привыкнешь, солнце. Погода сегодня хорошая. Я хочу поплавать в бассейне и посидеть в джакузи, но я понимаю, что отсюда, из детской этой аквазоны, мы теперь долго не выйдем. Просто невозможно Алису отсюда забрать. Уже не боишься? Сюда попасть, наверное, просто нереально из-за количества людей. Сегодня весь день наш лайнер в море, поэтому большая часть пассажиров проводит время у бассейна, в баре или джакузи. В джакузи есть ограничение по времени, 15 минут ты можешь там находиться, потом тебя выгоняют и заходят следующие люди, потому что если бы не было этого ограничения, просто нереально вообще было бы туда попасть. Да, я познакомилась с мальчиком. Его зовут Тигран, и они с Молдовы, соседи. Мы смогли наконец-то попасть в этот джакузи, потому что очереди огромные, каждый по 15 минут и долго ждать. Но каким-то чудом мы здесь. Вода горячая. А вот народ, который занял очередь за нами, и они ждут, пока выйдем мы, пока пройдут наши 15 минут. Я думаю, сегодня в этот джакузи мы уже не дойдем, потому что эту очередь перестоять очень тяжело. Но вообще классно. Thank you.
Ну что? Смотри, джакузи холодно. Ну, наверное, джакузи горячий был. Сказала Тая и плюхнулась в бассейн. Давай переведу. Говорит, мы нашли детский клуб, и мама обещала зайти в него. И там все дети сидят и какие-то игры. Мы с Таей делали фотографию, ставила телефон на штатив. И очень опасно, оно все шатает. Я так боялась, что телефон улетит за борт. И Алиса у нас такой оператор, она страхует сзади. Так смешно, смотри, так серьезно именно придерживает, чтобы телефон не упал мамин. Так как наш лайнер заходит в порты нескольких стран, это Хорватия, Сплит, это Италия, Бриндизи, это Пирей, Афинский большой порт, и это Миконос, греческий красивый остров. Вот кто-то садится в одном порту, кто-то садится в другом порту, добавляется. Круиз – это такое цикличное понятие. Наш лайнер движется по определенному маршруту по кругу. Из Венеции в Венецию возвращается. Но в каждом порту к нам подсаживаются новые люди. Кто-то выходит, кто-то заходит, кто-то садится в свои самолеты, улетает и заходит следующая партия туристов. И то есть это бесконечный, в принципе, процесс. Я этого не знала. Постоянно в течение недели здесь все меняются, поэтому одних и тех же лиц практически нет. Все дети любят гамбургеры, да? Мини-клуб. Все, теперь Алису отсюда я не заберу. Наверх идем. Угадайте, почему мы здесь застряли в этом зале? Потому что Алиса случайно обнаружила детскую тусу, детскую вечеринку от 3 до 6. Все. Миша, столько планов сегодня было. Теперь сидим, ждем. Опа. Понятно. Что есть? Это тайный кусок. На, бери свой. Есть, она любит больше, чем играть. Беги. Вся анимация в основном на итальянском языке. Очень редко можно слышать перевод на английский. Но Алиса не понимает ни тот, ни другой. Пока ждем Алису, вышли с Таей на корму лайнера. Такая красота! По-моему, мы с Таей рады больше, что вечеринка закончена. Возвращаемся в аквазону. Давай скажешь, когда будешь фоткать, я погоду скажу. Фоткаешь? Я снимаю. Алиса. А мы с Алисой идем в бассейн. Вода прогрелась, теплая-теплая. Почти такая же растяжка. Алиса очень сдружилась с этим мальчиком Арманом. Вообще он так за ней смотрит всегда. Зачем же она выходила? Угадайте, чем я занята? Вот этот добрый ребенок открытую бутылку воды, полузакрытую, кинул мне в сумку. Все паспорта промокли просто насквозь. Деньги все мокрые, как тряпочки, я сушу. Потому что деньги, как деньги, высохнут. А вот паспорта, аж визы все потекли. Я даже не знаю просто, что сказать. И бургеры, и пицца. Отлично.
Хочу показать не наш срач в каюте. Смотрите, зеркало, да? Ты-дин! Открываем. И здесь спрятан сейф. Тут же полочка еще одна. Ценности. Да, еще одна полка целая. Как мы не знали. Закрой, теперь вообще не видно, что шкаф. Всем привет! Мы сейчас находимся в порту Бриндизи. Еще не вышли мы с нашего круизного лайнера. Ждем, пока начнут выпускать. И у нас будет 5 часов, чтобы погулять по этому городу и что-то увидеть. Но если получится, то мы хотим начать это время с пляжа. Занырнуть в Средиземное море и уже потом пойти дальше бродить по старому городу. Все, мы вышли с лайнера. Идем уже в сторону старого города. Надеюсь, здесь все будет недалеко. Сегодня наш самый первый заход в порт. Порт Бриндизи. Вот это наш огромный-огромный круизный лайнер. Мы вышли с лайнера, и тут сразу начинается старый город. Догоняй. У Алисы новый друг. Ага. Наш лайнер в порту, и здесь прям отсюда начинается, от лайнера набережная вот такая. Вот все люди сейчас, которые идут, это те, кто вышел с нашего судна. Бриндизи, насквозь прогретый солнцем, умытый Адриатическим морем. Его бережно обнимают оливковые рощи и виноградники. Этот довольно небольшой город идеально подходит и для семейного уединенного отдыха, и для активного времяпровождения. Бриндизи очень интересный город с точки зрения достопримечательности. Я не знаю, что мы успеем сегодня обойти, но постараемся вам что-то показать. Мне он очень похож на какой-то египетский город. Да, а мне на Тунис. На набережной много кафешек и разных магазинов с безделушками. Я хочу там посмотреть себе сережки. Очень жарко сегодня. Вообще не верится, что это осень такая. Наш лайнер позади. А мы идем куда-то. Придем бесконечно. Сзади меня стоит колонна, на которую раньше ориентировались моряки, чтобы прибыть в порт. В наши дни в Бриндизи проживает около 90 тысяч человек. При этом существенное число горожан – приезжие. Особенно много здесь албанских иммигрантов, которые ищут в Бриндизи работу и лучшую жизнь. Нас много, мы большой детской компанией, детским садом идем сегодня. Специальные скамейки, и здесь есть зарядка, и можно зарядить телефон. Та, я увидела. И я хочу бургер. А это плохо поела на обеде этот ребенок, и теперь просит еду, только вышли. Когда я вижу вот такие яхты, мне оно все напоминает Афины, Пирей, не знаю почему. Может быть, потому что мы там столько времени провели в этом году. Очень хотим найти пляж, но ехать никуда не хочется. Надеемся, что-то поблизости. Сейчас вот у рыбаков хочу спросить, что просто можно задохнуться сегодня. Невыносимая какая-то адская жара стоит. Доця, подожди! Уходим мы из портовой зоны, уходим с набережной, потому что солнце. Пойдем где-то по теньку, по старому городу гулять. Основателем города считается царь Диомед, соратник Одиссея. Тогда город назывался Бриндизионом. Пришедшие на смену грекам римляне дали городу название Бриндизиум, что означает «голова оленя». Ее напоминает бухта, в которой находится город. Мы поняли, что мы дальше продвинуться не сможем по городу, пока кто-то не поест. И что помидор? Куда ты его деваешь? Идем дальше. Весь центр города вот в такой вот черной плитке. С 14 века город постепенно приходил в упадок, страдая от пожаров и эпидемий. За всю многовековую историю, помимо греков и римлян, здесь властвовали норманны, испанцы и австрийцы. Наконец, в 1860 году город стал частью объединенной Италии. Народу здесь много. Идем, Алиса, идем. Вот здесь такая улочка, вроде пешеходный квартал, и все время уходим, потому что машины ездят прямо вот здесь посредине улицы, и эти узкие такие переулочки. Алиса бегает, я в напряжении. Алиса от нас отделилась уже, все. Вот такие улочки итальянские. Все старые города.
похожи друг на друга. Вот так вот идешь, машины ездят просто в огромном количестве, и мы успеваем разбегаться в разные стороны. Теплая вода в фонтане? Нет, прохладная. В конце 19 века Бриндизи вновь возрождается. Тут открываются многочисленные маслобойни и винные заводы, а порт с открытием Суэцкого канала становится воротами в Индию, связывая Бриндизи с Калькуттой и Бомбеем. По этой центральной улице, если дойти до конца, там будет красивый фонтан. Возьмем? Возьмем, конечно. У меня ж много места в машине, чего нет. Давай. Зашли в табачную лавку и сидят, потому что здесь Wi-Fi. Пойдем, вы что? Идемте к фонтану. Подожди. Не хочу ждать. Хотим сейчас пройтись к какому-то фонтану красивому. Когда мы устали ходить, и дети хотят просто вернуться в джакузи и в наши бассейны. Я говорю, давайте хоть город посмотрим немножко. Тая расстраивается, потому что Алиса мешает ей фоткаться. Тая хочет сфоткаться одна, и тут сзади, сбоку кто-то подлазит. Ну, Алис, ну дай я Таю сфоткаю. У меня помощники помогают мне водичку нести. Только не порвите пакет, Алиса. Алиса, что ты хочешь? Пойдет записывай. Так ты договорись, Тая, она с тобой поделится. Устали? Что хотим? Я хочу зайти в магазин и посмотреть себе тапочки. Тапочки? Да. Мы зашли в Тиранову. Мы купили вот такую вот юбку. Не мы, а ты, а Тая. Вот такой вот топ купили и к нему же юбку. И больше всего мне понравилось как раз на корабль вечернее платье. Алиса! Ну это здесь взрослая одежда. У тебя одежды очень много. Здесь магазин со взрослой одеждой. О, я тебе конфеты купила. Ну-ка прекрати драться. Алиса! Как я устала за эти дни. Кстати, пляжный сезон в Бриндизи длится с апреля по октябрь. Долгое такое лето затяжное. Что ты там нашла? Идем посмотрим. Честно, за эти дни, вот второй день мой в круизе, я не отдыхала ни дня, ни минуты еще. Потому что я в постоянном напряжении вот от этого, от Алисы постоянно. Как ты его получишь? Ты что? Да, и ты его прям вытащишь, да? Да, нет, это нереально. Это не что? Другое, что-то прыгает. Нет, это всовываешь денежку, и вот здесь эта штука, и ты берешь и его вытягиваешь. Да это нереально. Вы что, смеетесь? А идем. Куда-то запустишь. Полиция приехала, быстро пошли. Вот такие экскурсионные автобусы ходят, а вон стоит наш круизный лайнер. Возвращаемся. Завтра мы целый день проведем в море, будем на лайнере, будем в бассейнах. Дети будут постоянно есть, круглосуточное питание у нас. Будем отдыхать с ребятами, с мальчишками они здесь дружили, с Тиграном и Мелким. Я все время забываю, как его зовут. Арман. О. Мы дождались этого незабываемого момента, когда мы в джакузи одни. Потому что все люди, все пассажиры еще в Бриндизи и никого нет. Одним кайфове, да? Мы сегодня кайфуем просто. Надо вот в такое время вечером приходить. Добрый мой ребенок закрыл в сейфе мои документы и мои деньги. Забыла она код, пароль забыла. И вот теперь выдает error, ошибка. 3 раза введен неправильный пин-код, открыть мы не можем. Ну иди вызывай кого-то, а что делать, блин, мне нужен документ. Да. А еще у меня один вопрос. Если сейчас никого не позвать, эта хрень будет всю ночь вот так пищать? Кто это вообще? Когда им
board of Brindisi. Please proceed to the theater on deck 6 and show your friends. Отправила своих детей поужинать без меня, потому что я была занята. Что они ели, я не знаю, но, скорее всего, ничего полезного, как обычно. Да, Тая, что вы ели? Я ела салат и макароны. О, это хорошо. А салат овощной? Понятно, без мамы, скажи, можно кушать каку. Пока мы с Таей болтали, я поворачиваюсь, а ребенок уже лежит, и вот такой, такой. И уснул за столом, я его разбудила, говорю, идем пирожные покушаем. И все, буквально через 20 минут наш лайнер выходит из порта Бриндизи, и завтра целый день, как я уже говорила, мы проведем в открытом море. В бассейнах здесь будем красиво. Давай, кушаем, идем кого-то ложить спать. Вечеринка, говорит. Все, мы выходим из порта Бриндизи. Зачем ты ложку сперла в столовке, а? Я буду ее жевать по дороге. По дороге, да, ясно. Она вкусная. Красивый вид на ночной Бриндизи. Давайте просто будем стоять здесь на палубе и наслаждаться.